Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S21 очистить историю браузера. Для этого, в первую очередь, открываем браузер, которым мы, конечно же, все пользуемся. Затем тыкаем здесь, переходим во вкладку «История» и затем нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной промежуток, за который мы хотим удалить историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим очистить. Это может быть история браузера, файлы куки и данные сайтов, изображения и другие файлы, сохраненные в кэше. И затем нажимаем «Удалить данные». И после этого история будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.